Здравствуйте, меня зовут Елена, я основатель онлайн-школы English for Me, а также автор видеокурсов для самостоятельной подготовки к TOEFL или IELTS. Сегодня мы рассмотрим еще одну тему, о которой мне задавали вопросы в комментариях, но сразу скажу, что для тех, кто досмотрит видео до конца, у меня есть подарок. Давайте перейдем к теме. В этой части вам будет даваться какая-то общая тема, например, там, про путешествия, про семью, про природу, про какие-то жизненные выборы. Там, вы хотите делать так-то или так-то, или предпочитаете то, или все, или расскажите, когда у вас было такое-то мероприятие, или такой-то опыт, и так далее. То есть, например, который есть в вашей рабочей тетради не только в этом задании, но и в конце нее у вас есть еще список дополнительных вопросов по всем частям TOEFL speaking. Вы сможете увидеть все разнообразие этих вопросов. Конечно, я рекомендую вам протренировать все эти вопросы. То есть просто прочитайте их, подумайте, что же я буду на эту тему говорить. На сегодня мы посмотрим с вами разные варианты, чтобы вы поняли, что шаблон работает для всех, для них одинаково. Главное вам уметь быстро составлять эти предложения. Давайте посмотрим. Допустим, вам задают какой-то вопрос, чем вы любите заниматься в свободное время, или какое у вас любимое там, кино, или книга, или еще что-то. Ваша задача рассказать о себе, но если вы будете все это время говорить present simple, я люблю такую-то книгу, потому что она очень интересная, и вообще я люблю очень читать, и часто я сижу дома и читаю. Вот ваш весь ответ, да? У вас времени очень мало, всего лишь 45 секунд. Вам нужно доставить как минимум 5 предложений в различной грамматике. При этом вам нужно использовать conditional, чтобы это еще было наворотом, да, на разных временах. Вам нужно использовать perfect, какой-нибудь present continuous, либо present simple, какой-нибудь past simple. При этом обязательно упомянуть какой-то свой пример. То есть конкретный прям, не просто я люблю это делать, потому что вот то-то. А вы говорите, а например, в прошлом году я это делала, и вы уже можете здесь сделать past simple. Сейчас я прям распишу один шаблон, чтобы вы увидели, что это действительно на самом деле не трудно. Например, у вас есть такой вопрос. What is your favorite music band? Я буду говорить про Beatles. Вы сейчас можете писать абсолютно свой ответ, просто применяя мой шаблон. Шаблон выглядит так. В первом предложении вы всегда говорите I have always. И потом какой-то глагол в третьей форме. Там, I have always loved, I have always thought, I have always wanted и так далее. То есть это показывает на то, что я вот всегда-всегда так хотел, думал, желал и так далее. Сюда я могу сказать I have always loved Beatles. Окей? Okay? В моем случае это будет love и потом the band. Вы скажете там свое I have always loved Beatles. Дальше я могу сказать because или due to the fact и так далее. Расписать какую-то причину. Я в данном случае скажу, просто буду рассказывать развитие моей любви к Beatles. В speaking to мы выучим еще один шаблон, который нам позволяет говорить про две причины. Здесь вам, в принципе, это делать не обязательно. Вы можете просто рассказывать частный случай, потому что вы можете не успеть две причины прям раскрыть. Я надеюсь, что когда вы тренируетесь на speaking one, к тому времени, когда мы начнем заниматься speaking two, ваша скорость общения и создания предложений будет повышаться, потому что там вам действительно придется говорить про две причины. Вы можете один и тот же шаблон использовать для обеих частей, но лучше, когда они разнообразные, потому что вы здесь покажете одни свойства своей речи, там другие. Поэтому здесь я сразу начну говорить о прошлом. The first time I heard, допустим, their song was when I was at school. When I was, допустим, at university. То есть я говорю частный пример из прошлого, он очень конкретный, он про меня, он в past simple, это что-то новенькое, здесь у меня уже есть перфект, да, себе галочку поставила, пошел past simple, пошел конкретный пример. И я рассказываю какие-то детали, это то, к чему можно потом как-то, как сказать, в вашем даже разуме, в вашем воображении как-то зацепиться. Потому что если вы будете говорить такие general идеи, вы можете встать в тупик, вы все рассказали за 2 минуты и все, и что дальше говорить. Поэтому сразу же ныряйте в свой прошлый опыт. Вот у меня события в прошлом. Всегда к таким событиям очень здорово прикрепляется либо used to, либо past continuous, либо past perfect, либо какой-то conditional. В данном случае я использую conditional. То есть я скажу, если бы я не услышал их тогда, я бы, например, никогда не научился играть на гитаре. Могу здесь сказать что-то просто в прошлом. Мне так это понравилось, что я рассказывал всем своим друзьям, то есть дальше идти в прошлом. Или я подумал, что их песни не похожи ни на что, что я слушал до этого. Вот то, что я слушал до этого, это будет past perfect. Давайте мы напишем и тот вариант, и вариант с conditional. Например, I thought then that their music was better than anything
да, было лучше, чем что-либо, was better than anything. И дальше у нас должен быть обязательно past perfect, потому что здесь у нас уже прошлое время. Anything I had ever heard before. Видите, я показала, что я еще умею использовать past perfect. Можно было в past continuous, можно было used to сказать, да? I used to listen to a lot of metal music, but when I heard their songs, I changed my mind completely. Примеру. То есть какое-то из таких все вы не сможете использовать, потому что у вас 45 секунд всего. Но что-то надо показать, какое-то разнообразие. Дальше я буду обязательно говорить в conditional. У вас должен быть один conditional, обязательно. Вот я скажу, да? If I had not heard them then, если я тогда их не услышала, да? I would have never learned to play the guitar. То есть, вот у меня вторая часть, третья форма глагола. И здесь у меня третья форма глагола, потому что это past perfect, а это conditional she would have. Я показала, что то событие в прошлом повлияло на еще какое-то событие в прошлом. Я, если бы сначала не услышала их, я бы потом впоследствии не научилась бы играть на гитаре. Я могла бы сделать смешанный conditional, что если бы я их тогда не услышала, я бы сейчас, например, не состояла бы там в какой-нибудь группе, которая является фанатами этой команды. Или я бы сейчас не играла эту музыку своим детям. Ну или еще что-то. То есть это будет уже смешанный conditional. Одного conditional хватит. Дальше нам хорошо бы перепрыгнуть во времени и сказать о каких-то планах будущих, которые как-то связаны с этой темой. Например, я как раз собираюсь послушать их музыку сегодня вечером. Видите, мне сейчас не столько важно, что я говорю. Я не кручусь вокруг идей, я кручусь вокруг моего задания. У меня есть четкая цель — показать свой запас грамматический и вокабулярный. Поэтому я, собственно, это и буду делать. Следующее предложение будет actually. Обязательно вот такие вот вводные слова, да, о которых мы говорили в прошлом уроке. Actually, I'm going to their concert next week. Вот наше будущее с помощью continuous. Здорово! И здесь у вас уже время будет заканчиваться, но вы мне, в принципе, ответили на вопрос. Я проверяю по своей шкале вокабуляр. Actually, тут у меня было, я где-нибудь могу сказать most amazing, outstanding, да, не просто good, interesting. Вставляю туда слова. Я надеюсь, что вы их учите по 10 штук в день. Дальше я должна сделать conclusion, чтобы по шкале cohesiveness я набрала наивысший балл, потому что я сделала вводное предложение, я рассказала, почему, в принципе, все было логично, я сейчас должна сделать вывод. И по шкале сделала я то, что меня спросили. Меня спросили про любимую банду, я про нее рассказала. В принципе, я сейчас по всем шкалам получу максимальный балл, если не сделаю ошибок в грамматике или там у меня не будет очень простецкого вокабуляра. И как conclusion я могу сказать that is why. That's why they are definitely my favorite band. Опять definitely, да, точно, да? They are certainly my favorite band. That's why, или I'm certain, лучше на речи вставить. That's why they are certainly my favorite band. Вот и первый ответ на этот вопрос. То есть ничего трудного не было, все, что вы здесь видите, мы это проходили в грамматике. Вот у нас first time. Здесь можно сказать I've ever heard. Лучше сказать I heard, потому что мы говорим про прошлое. Their song was when. У нас past simple. Вот у нас perfect. Вот у нас, может быть, past perfect. Вот у нас conditional, может быть. Вот у нас может быть будущее. У нас есть частный example. У нас есть вывод. У нас есть introduction. Прекрасный ответ. То есть применяйте такой шаблон. Собственно, суммируя, ваш шаблон должен выглядеть так. У вас должно быть I have always. Потом вы говорите for example. Какой-то пример. Или for instance, или when I was young, или I used to listen to them all the time. То есть приводите какой-то частный example. Я прям пишу здесь for example. Потом вы делаете conditional. Conditional здесь можно разные употреблять. Вы можете про то частное событие в прошлом, про которое вы говорите.
Можете говорить, конечно, в принципе, сейчас, оно будет реально и нереально, да, например, у нас был с прошлым, мы можем, в принципе, сказать, если бы у меня было больше денег, я бы обязательно ходила на каждый из их концертов, ну, в принципе, но денег у меня больше нет. Или я могу сказать первый конечно, если у меня будет время этим летом, я поеду на их концерт в Лондоне. Ну, про Битлз, конечно, уже так поздно говорить, но, в принципе, вы понимаете, да, о чем я говорю. Используйте любой conditional, который подходит здесь по тему. Также, когда вы говорите future plan, вы запросто можете здесь использовать какой-то conditional. То есть, actually, I'm going to see them next week if... И поставили там какой-то conditional. Либо первый, ну, в данном случае, если вы планируете делать, либо можете второй сделать, да? I would go see them next week if I had the chance, or if my friends would go with me, и так далее. Дальше вы обязательно делаете conclusion. Следите вот здесь вот за временем, потому что очень легко разговориться на знакомую тему, так здорово, 45 секунд пролетает очень незаметно. Вы должны смотреть на таймер, он будет отщелкивать обратно. То есть вот здесь у вас будет 30 секунд, здесь у вас будет 22 секунды, вот здесь у вас будет 18 секунд, здесь у вас будет где-то 10 секунд, и вот вы пошли в conclusion. То есть смотрите на таймер, учите себя не вверх смотреть, а обратно. На большинстве телефонов в наше время есть такие таймеры, поэтому прям тренируйтесь с этим. Сначала, конечно, не будет получаться. Сначала поставьте себе просто секундомер и скажете, о, 2 минуты заняло. Ничего, потом будете разгоняться. Сначала вы будете писать, потом вы будете читать вслух, просто привыкать к собственному голосу, разгоняться. Потом попробуйте читать, но очень быстро. А потом попробуйте говорить и со временем набирать скорость именно в разговоре. Самое трудное будет вещью, это именно создавать предложения. Поэтому сначала будете их писать. Для того, чтобы у вас просто этот шаблон заполнился не только из визуального, то, что я сейчас вам рассказываю, о, здорово, все понятно. А вы попробуйте это сделать. Ну, мне говорят, ой, не работает, или у меня не получается. Да нет, все получается, вам просто нужно пройти этапы. Все обучение здесь построено по этапам, да, мы сначала учили отдельно слова и грамматические штуки, потом мы их собирали вместе. Сейчас мы учимся писать целые ответы, учитывая всякие коннекторы, да, такие интересные фразы, слова связывающие. Дальше мы будем все это писать целиком. У нас уже получалось это все писать отдельно. Потом будем это собирать целиком. Потом мы все это будем читать вслух с бумажки. И только потом мы будем это говорить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Всей команде, которая работала над ним, будет очень-очень приятно. Мы стараемся каждую неделю, вторник и четверг, выкладывать полезные и интересные видео для вас. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы получать их первыми. А если у вас остался вопрос, пишите комментарии под видео, я отвечаю на них в течение дня. А на самые распространенные вопросы запишу еще одно видео. Как я и обещала, если вы досмотрели видео до конца, для вас есть подарок. Сегодня я подарю вам 20% скидку на мой видеокурс. Чтобы получить его по специальной цене, переходите по ссылке в описании этого видео. Я желаю вам успехов в достижении вашей цели. И увидимся. See you! Bye!